Я тащу такую штуку, ребят, вы удивитесь. Это комплект компактных светодиодных панелей. А свет-то не простой, а раскладной. Второй конец. Подключается диммер. Так, ребята, сегодня снимаем рекламу детского химического набора. Прикольная штучка, называется Skills. Ну и снять надо прикольно. Приборчики дневного света, в общем-то, холодного. Плоские, меньше 1 сантиметра. Мобильность тут несравненно выше. Свет получается не направленный, а отраженный. Очень мягкий и дает почти бестеневые рисунки. Детская тема. Очень светло, очень хорошо. Но нам нужно акцентировать на стол внимание, на стол, на саму зону действия. Совершенно не ломая рисунок вот, на актере и на вот всем этом цветовом пространстве. Прекрасно подходит для того, чтобы выявлять какие-нибудь рефлексы. Очень хорош для контрового света, очень мобилен. Нельзя сказать, что он полностью рассеянный. Он дает мягкие тени. Абрис вот здесь вот по щечке, видите, идет. Такой нежненький, да. Очень-очень такой аккуратненький. Выявляешь светом, когда свет не является таким доминирующим, кричащим. В комплекте вот обнаружил вот такое вот чудесное устройство. Смотрите, для того, чтобы ставить стаканчики, подсвечивать их снизу, делать что-то волшебное. У нас как раз есть здесь волшебная жидкость. Когда нам надо что-то смоделировать, какой-то блячок, то можно добавить вот такие длинненькие, еще компактнее LED-панели. Такие спецэффекты, как Железный человек, собственно, применяли этот лайфпад. Да, и ну было в общем очень круто, да. Ничем не хуже очень... этих ребят. Такие же железные и такие же светлые. Светлые, да. Да, пробиваемся в жизни. Такие же, как. Здравствуй, железный человек. Ну что, несмотря на то, что мы пережили извержение вулкана и горы химической пены, тем не менее все остались живы. А портативный свет оказался еще портативнее.